В Енисейске прошли соревнования по гиревому спорту среди представителей пожарных частей и отрядов нашего края. Соревнования проходили в зачет чемпионата Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Брандмейстеры поднимали сразу две 24-килограммовые гири. Они состязались друг с другом в трех весовых категориях. Зачет шел как личный, так и общекомандный результат. Как отметили организаторы соревнований, гиревой спорт у пожарных нашего региона всегда пользовался заслуженной популярностью. Гиревой спорт традиционно популярный в пожарных подразделениях, потому что наименее ресурсный, то есть комплект гирь всегда есть в каждой пожарной части. Поэтому борьба должна быть острая, интересная, и как в любых соревнованиях должна быть интрига. В результате упорной борьбы в общекомандном зачете лучшими стали пожарные из города Ачинска. Второе место досталось представителям 36-го отряда, которые приехали в Енисейск из краевой столицы. Хозяева соревнований поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. В личном первенстве лучшим из енисейцев стал Андрей Филимонов, который завоевал второе место весовой категории до 85 килограмм.